конечно, там ночами не спала и какие-то успокоительные принимала, и снотворные принимала, потому что я говорю, ну, я как мама, мне это было вот эта сама мысль о том, каково сейчас моему ребенку. Винила себя? Конечно, конечно. Я говорю, что, ну, я переоценила себя, свои возможности, свою там известность и воспользовалась этим. Да, это было неправильно, это сейчас я могу уже об этом сказать. Нет, это не было неправильно, еще раз говорю, ну, потому что поступил любой родитель. Это несправедливо по отношению к другим, потому что у других детей, родителей не было 2 миллионов подписчиков. Я, наверное, хочу публично извиниться. Серьезно? Да, хочу публично извиниться перед... Видишь, эмоции. Это все... Не было запланировано, это никто этого не ожидал, не хотел, естественно, да, потому что, ну, это надо быть сумасшедшим, чтобы хотеть вот это все, то, что было потом. Просто мы любим, мы все любим своих детей, мы все хотим им помочь, как мы можем. Ну, это было несправедливо, ну, что уж там говорить, это было несправедливо, и это было неправильно с моей стороны. Видишь, ты поэтому говоришь. Я хочу и... перед Микелой извиниться и перед всеми сказать, что ну так уже, ну уже произошло так, как произошло.